Привет всем, вот такая вот сегодня посылочка дошла. Видите, как она, не знаю, в какую она природную катаклизму попала, но ничего не видно. Как-то почта разобралась, слава богу, что разобралась. Мне сказали вскрывать посылочку прямо на почте, не знаю, с чем это связано. Но тут у нас цепочка. Цепочку я заказывал давно, где-то, может, дней 28 назад. Вот такая вот мужская цепочка. Не знаю, наверное, она маленькая. Вот такая, в принципе, цепочка дошла за 35 дней. Что-то она стоит 150 или 140 ли рублей. Ой, в общем, не знаю, она какая-то такая необычная, что ли, как фольга, знаете, из-под шоколадки. Такая хлюпенькая. Не знаю, надолго не отхватит. Ну, в принципе, ничего, у продавца там есть и 17 что-то дюймов, 20, вот я заказал самую, я среднюю заказал, вот такую вот, значит, она у меня вышла 150, что ли, рублей. Вот у продавца, в принципе, есть большие размеры, маленькие размеры, я заказал такую средненькую. Вот, кому нужно, заказывайте. Не забываем также подписываться на канал, участвовать в розыгрыше, ставить лайки, репостить. Все это нужно делать, потому что мне нужны зрители. И мне нужно разыграть и часы, и планшет. Так что участвуйте, подписывайтесь на канал. Всем пока.